О рынке... Да, о рынке Уфы расскажите, чем он оригинален, особенный? Уфимский покупатель наиконсервативнейший. Я даже не знаю, с чем это еще сравнить. Грубо говоря, что-то человеку новое предложить, что-то отличное от того, что он делал, носил раньше, очень сложно. И поэтому в Уфе торговля чем-то, ну, грубо говоря, не колбасой, не автомобилем, но напоминает пробивание стены. Чем мы и занимаемся. Ну, как-то рекламируетесь. Как можем. Хорошо, вот я вам могу сказать. Всем очень интересно будет об этом узнать. Вот вы, когда заходили на Арбате Львове, у нас большой лотбокс. Хороший, красивый. Он какой? Сейчас пустой. Белый. Пустой. Объясняю, почему. У нас в Башкирии несколько лет назад так называемый Совет Аксакалов, я не знаю, что это за орган, принял постановление, что полуобнаженное изображение фигур нельзя, женских и мужских. Но что это такое, никто объяснить не может. Антимонопольный комитет этим занимается. Мужчина в шортах, он не полуобнаженный. А вот в трусах полуобнаженный. Женщина с голым животом, ну как бы вроде полуобнаженная. Были у нас всегда здесь дамы в ночнушках. Не буду говорить о том, что там жалобы на нас писали. Да вы посмотрите, какое у нее выражение лица у этой дамы. Это просто кошмар. Да, она вот такая лежит. Ну, последняя дама была, ну, совершенно она была в черном, на белом. Нет, уберите. Уберите. Что хорошо, что нам нужно туда повесить. Одетую женщину повесить. Ну, как мы одетую повесим, если у нас белье? Ничего не знаем, что хотите, то и вешайте. А еще в связи с тем, что саммит летом будет здесь. Это просто, это кошмар вообще. Не знаем, что делать. Ну, если бы повесили здесь женщину полностью одетую, закрытую, да. Написано, а вы знаете, что у меня под этим? Это было бы еще хуже, наверное. Как мы делали? Мы завешивали одетую даму баннером, на котором просто силуэт купальника линиями на черном фоне. А вы уже защищаетесь? Даже так будет это делать. Мысль. Ну вот если только. Боремся как можем, уже устали бороться. А в изданиях там печатных ваших местных, чтобы... Глянец с точки зрения продаж не дает почти ничего, очень мало. И что плохо, конечно, производители очень многие не поддерживают. Вот хорошо, яркий пример. Триумф, зная, что такое Уфа. В журнале я покупаю в 12 или там в 11 городах, в которых он выходит. Дает рекламу в 9, в 2 не дает, в том числе в Уфе. Вот так. Не любят Уфу, наверное, не знаю почему. Не знаю, почему тут, да, чем это объяснить. Но вообще, если с другими регионами вы сравниваете, ведь тоже ведь есть Казань там. Да. Так далеко, да? Там по-другому выглядит. Казань – европейский город по сравнению с Уфой. Это все знают. Вот так у любого человека спроси на улице. Все знают. Хотя там те же проблемы, то же самое, чистый центр, грязные окраины. Но почему-то вот считается, что он более цивилизованный, более открытый, более светлый. Но вы-то видите будущее у себя. В Уфе? У себя, с вашим салоном. Пока нефтепереработка наша работает. Ну, еще хотя бы как-то, но по существу только на это вся надежда. Градообразующие или системообразующие предприятия, которые дают людям зарабатывать, да, еще да, что-то. Еще. Бог даст, сейчас еще может на МПО заказы пойдут, авиационные двигатели и так далее. Потому что все-таки там 25 тысяч человек только работающих. Ну, конечно, существенно. Да. Существенно. Ну, я пожелаю вам все-таки, если не такого уж процветания, сейчас трудно это осуществимо, но движение вперед, безусловно, чтобы вы двигались, радовали своих почитательниц новым бельем. А мы еще поговорим, будем. Сейчас возьмем журнал, поговорим о тех марках, которые могут порадовать и вас, и покупателей. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо.